Здорово! Вы знали? Нет, ну вы знали, что прямо сейчас, пока вы сидите дома и пишете всякую бесполезную хуету в комментариях, в перерывах между просмотром беспринципной южноафриканской порнографии, против нас готовится заговор. Сначала они просто срали нам на головы, а теперь захватывают разум наших безобидных старушек. Причем пользуются тем же самым методом, как хэдкрабы и софлайт. Ну или все гораздо проще. Московские голуби такие ленивые, что им лишний километр уже в лом пролететь. Вот они на голове у бабушек рассекают. Халява! Но вот это ехидное лицо бабули уж больно настораживает. Видно, что старуха таким образом ловит голубей, откармливает их, а потом беспощадно жрет. Да ладно! Бабушка просто очень добрая и любит птичек, а голуби любят наши мозги. Короче, следующее видео короткое и про собаку. Теперь понятно, с кого был срисован тот самый покер-фейс. И более того, я думаю, Леди Гага именно про этого мопса и поет. Вы, конечно, можете умиляться его смазливой мордашке, но пока вы смотрите это видео, гипномопс промывает ваши мозги. Должен убивать во имя великого гипномопса. Или он просто фотографируется для новой аватарки ВКонтакте. Да и вообще, мне интересно, что могло так шокировать Фрэнка из «Людей в черном». Эй, Фрэнк! Агент Джей погиб! Да похуй! По-моему, бабуля следующего видео придумала ЕГЭ, потому что хуйня какая-то. И все сгорело. Примерно во сколько это все произошло? Минут 10-15, минут 5-10 пятого, 4-5, 10 пятого утра. Мне жалко тех людей, которые когда-то осмелились спросить у нее время. Бабуль, не подскажете, который час? Минут 10-15, минут 5-10 пятого, 4-5, 10-5 утра. Должен убивать во имя великого гипномопса. Мы вот с вами смеемся, а бабка только что слила секретные коды запуска межконтинентальных ракет. 10-15, 10-5, 4-5, 10-5. В ее словах определенно кроется какой-то скрытый смысл. И репортеру, который берет у нее интервью, стоит запомнить эти числа. Ведь когда начнется пристегнутый наручниками к трубе в непонятной грязной комнате, ему они очень пригодятся. Хочу поиграть с вами. 5-10-5-4-5-10-5. Кто бы мог подумать, что одним из самых ебанутых интервью может оказаться интервью с Человеком-пауком. Причем, чтобы понять, насколько оно ебанутое, совсем не обязательно слушать, о чем они говорят. Достаточно посмотреть первые несколько секунд видео. Сегодня у нас в гостях один из самых интересных мультипликационных героев Человек-паук. Сложно ли Стоп! Это, блядь, что такое? Как из этого можно было сделать это? Такое ощущение, что они взяли детский костюм и затолкали в него жердяя. Ногами. Ну или Спайди реально в последнее время пончиками тешился. И какого хуя он в черных носках? Они бы ему хоть красные дали. Сапоги. Спайдермен в красных сапогах? Да похуй. Даже девочка-ведущая так охуела от увиденного, что начала запинаться. Сложно ли передвигаться по пути? Ну и касательно самого интервью. Меня очень беспокоит два вопроса. Враги довольно-таки часто охотятся на Мэри Джейн. Ну, пока они не знают, что Мэри Джейн моя девушка, они на нее не охотятся. Спайди пропиздился. Теперь злодеи начнут строить свои коварные планы. Good. Good. Пизда, Мэри Джейн. И второй вопрос. Часто ли случается, что вы не можете помочь пострадавшим? Это, слава богу, случается нечасто, но такие моменты бывают. В один из таких моментов даже у меня прекратила выделяться паутина. Что? Прекратила выделяться паутина. И зачем нам вообще это знать? Такие подробности обычно посвящают только своего лечащего врача. Так что вас беспокоит? У меня прекратила выделяться паутина. Ну, здесь только ежедневный массаж простаты поможет. Да и вообще, мне жалко мужика в костюме. Его наверняка грозились уволить, если он не выступит в роли Человека-паука. А ведь ему так не хотелось детишек наебывать. Ёбаная жизнь! Подписывайтесь на новые видео. Это был Плюс 100500. Меня зовут Максим. Пока! Если у вас проблемы, звоните мистеру Вульфу из криминального чтива, который решает проблемы. Ну или просто подпишитесь на канал «Сексуальная психология».